Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. И в сегодняшнем видео я начинаю новый раздел, в котором я буду делать обзоры на разные материалы, которые могут быть полезными в пайке. И сегодня я буду делать обзор на емкость для спирта от фирмы Hosan. Поехали! Я покупаю спирт в больших бутылках, и пользоваться ими довольно неудобно, потому что открыть и потом достать отсюда спирт, ну, крайне сложно. Поэтому первое, что приходит на ум, это взять более маленькую емкость, например, вот такую вот бутылочку. Но пользоваться ею тоже в определенном случае неудобно, потому что, во-первых, нужно его открутить, и как-то туда долезть, добраться, да, набрать спирта. И к тому же во время работы, если вы что-то там делаете, например, там чистите какую-то плату, всегда есть шанс, что вы случайно рукой затянете и все разольется. И, соответственно, станет все мокрым. Поэтому, чтобы не допустить подобных случаев, существует специальная емкость для спирта. Эта емкость очень удобна в использовании. Она имеет прочный стеклянный корпус и сверху металлическую часть, через которую подается спирт. Единственный минус, который есть в этой конструкции, я его скажу сразу и советую вам это сделать при покупке. Так как конструкция состоит из стекла и металла, то вот эта часть, она не очень плотно контактирует. И поэтому в определенный момент, при, например, перевороте, здесь может подтекать. Поэтому нужно сделать простую прокладочку из какого-то мягкого материала и положить сюда. После этого можно спокойно собрать емкость, и спирт уже не будет протекать. Здесь уже спирт набран, поставлена прокладочка, и если мы перевернем, то ничего не вытекает. Как вы видите, все отлично, все сухо. Пользоваться этой емкостью очень удобно и очень легко. Для этого всего лишь открываем крышечку, и нужно несколько раз нажать на поршень. Спирт выделяется с этой головки, и теперь можно спокойно его отсюда набрать, чем вам будет угодно. Можно палочкой и что-то протереть, либо кисточкой. Если спирта недостаточно, можно просто опять же немножко нажать, и спирт подается, и можно чистить плату. Очень удобная вещь. После окончания использования можно просто закрыть крышечку, и ваша емкость уже закрыта. Очень удобно и очень практично, на мой взгляд. Я вам очень рекомендую эту вещь. Не нужно ничего откручивать, не нужно бояться, что если у вас емкость останется открытой, вы перевернете и у вас все потечет, все разольется. Потому что здесь, ну, достаточно поставить прокладочку и ничего не будет протекать. Нажимая на клапан, вы можете получить ровно столько спирта, сколько вам нужно. Ни больше и ни меньше. Если мало, можете еще раз нажать на клапан и еще набрать спирта. При этом лишнее не разольется, и если вы перевернете флакон, то спирт не разольется, что очень удобно. В сравнении с использованием других емкостей, которые остаются открыты во время работы, то это намного безопасней. Во-первых, она конусной формы, и перевернуть ее, ну, проблематично. Во-вторых, то, что она закрытая. Даже если вы перевернете, то в худшем случае разольется только немножко то, что у вас здесь было набрано. И все. А так, сама емкость, она не протекает. То есть, вот я сейчас перевернул, и с нее ничего не капает. Очень хорошая вещь, которую я вам рекомендую. Если вы планируете работать с электроникой, что-то паять, что-то чистить, то вот эта емкость, она сэкономит вам кучу нервов, кучу времени, потому что это, ну, можно, конечно, использовать, но лучше действительно вещь, которая для этого предназначена. В данном случае это емкость для спирта. Ссылка в описании.